Проект начался в 2015 году, охватил он тогда 5 стран, это и Северная, и Южная Америка, и Европа, и Азия. В 2016 году он продолжился в 6 странах, и вот в 2017 году это уже третий раз, и да, уже, наверное, можно смело говорить, что это хорошая, добрая традиция. Сама идея в День русского дня, в День России, наши самые лучшие, самые избранные силы выступают на лучших и самых известных площадках, и по силу исполнить это только России, такого объема, количества коллективов и солистов, исполнителей, известных во всем мире, что называется, когда коллектив называешь, и уже не нужно даже задумываться о качестве исполнительского мастерства. Только в России может найтись такое количество коллективов, чтобы единомоментно в 5, 6, в 10 странах в День России выступать, представляя Россию. В Израиле все благодатно, и в том числе и публика, и встреча с израильской публикой всегда особенная. И потому что все помнят и знают, что такое СССР, все любят и понимают, что такое Россия, и, конечно же, подпевают вместе на любимых и известных песнях.